Настя. Доброе утро. Готово. Привет. Привет, Настя. О, Эвелин, подожди минуту. Что? Эвелин, на твоей юбке была веточка. Спасибо. Дождь. Настя, иди ко мне под зонтик. Хорошо. Эвелин, спасибо, ты настоящий друг. Всегда пожалуйста. Пойдем. Пойдем, лучшие подруги. Привет, привет, учитель. Привет, ребята. Класс, у нас новый ученик Эдриан. Привет, Эдриан. Привет, курицы. Мы не курицы. Ага. Окей, класс. Откройте тетради. Упс. Не волнуйся, Настя, у меня есть запасной блокнот. Спасибо. Спасибо, Эвелин, ты моя лучшая подруга. Муа. Внимание на доску, класс. Учитель, можете помочь? Конечно. Должны рассказать учителю. Да. Учитель, посмотрите назад. Он! Он! Нет, учитель, это не мы. Мы всегда хорошо себя ведем. Эдриан, я позвоню родителям. Увидимся, Эдриан. Увидимся, курица. Нельзя грубить другим и моей подруге. Прекрати. Окей, дружище. Спасибо, Эвелин. Ля-ля-ля-ля. Что там у нас на ланч сегодня? Я забыла свой ланч. У меня только напиток. Настя, мы друзья. Я поделюсь. Спасибо, я тоже поделюсь. Спасибо, пожалуйста. Что мне делать? У меня вся майка мокрая. Как я теперь в класс пойду? Не волнуйся, я знаю, что делать. Спасибо! Окей, класс, давайте начнем урок. Эдриан! Не я! Мы должны сказать учителю. Да, пошли сейчас. Учитель, новый мальчик нас постоянно дразнит. Он сделал вот так.
Эдриан, ты должен извиниться. Извините, девочки. Класс свободен. Эдриан! Ай, девчонки, можете помочь? Нет. Он нас слишком много обижал, мы не должны ему помогать. Да. Это потому, что я был злой, поэтому у меня нет друзей, чтобы помочь. Ты это слышала? Да! Мы должны ему помочь! Спасибо! Простите, что был таким злым, ребят. Ничего, мы должны дружить! Да! Окей! Держи! Спасибо! Пока! Пока! Ребята, дружба – это не значит только веселиться, но и помогать друг другу. Угу. Не дразнитесь и будьте добрее. Next period. Привет! Привет! Сегодня мы собираемся сделать тест. Карандаш, пожалуйста. No! Я сломала карандаш. Возьми ручку. Спасибо. Мартин, дай мне бумагу. Нет, это только для меня. Хорошо, время истекло. Хорошая работа. Очень плохо, очень плохо. Урок математики. Кто пойдет к доске? Настя. Учитель, посмотрите на ее руку. А, покажи-ка свою руку. Это недопустимо. Время обедать. Я забыла обед. Хорошо, ребята, увидимся завтра. У меня вечеринка в воскресенье. Можно мне пойти на вечеринку? Вы пойдете на мою вечеринку? О, я там буду. Пока. Что случилось? Дети в школе не хотят дружить со мной. Ай-яй-яй, как вы ведете там себя? Типа того. Нет-нет-нет, вы должны быть друзьями. Хорошо, я попробую. Доброе утро, Настя. Доброе утро. Привет, ребята. Настя, иди к доске. Эй, Настя.
готова. Хорошая работа. Спасибо. Я помогу. Спасибо, спасибо. Настя, это для тебя. Спасибо, Мартин. Ребята, я думаю, Мартин хороший друг. Я приглашу Мартина на свою вечеринку. Мартин, ты придешь на мою вечеринку? О, спасибо, я там буду. Давай дружить.